Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». С вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск. И как вы могли догадаться, мы находимся в Геленджике. Сняли вот в этом вот жилом комплексе квартирку. Чувствуем себя Карлсонами. Чуть позже расскажу, почему. С детской площадочкой у нас открывается вид на тонкий мыс. С окошка у нас открывается вид на толстый мыс, на маячок. Чуть позже тоже вам покажу и сделаю обзор нашей квартиры, где мы остановились на несколько дней. Так что не переключайтесь, обязательно досматривайте выпуск до конца. Сегодня нам нужно получить еще очень интересную посылку, о которой расскажет Настенька чуть попозже. Также нам нужно встретиться сегодня с нашими подписчицами, зрителями, девчонками, у которых мы оставили свои вещи, и тоже что-то придумать с этими вещами. Еще куча всего интересного. Обязательно сходим на море, посмотрим набережную, посмотрим, как проходит сезон, и все это в этом выпуске. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. В плейлисте «Абхазия 22» можете посмотреть все выпуски про Абхазию, как мы там путешествовали. Это было очень интересно. Ну а мы погнали в Геленджик. Я не знаю, в чем прикол, но ему нравится в шапке. Да, Смы? Да. Нравится папина шапка, да? Именно папина? Как раз идет тебе? Понятно. Так, ну что, мы приехали, значит, в СДЭК. Идем получать посылочку и чуть позже сейчас расскажем, что там. Помните, я недавно заказывала вещи еще в прошлом месяце, когда мы в Геленджике жили, и я решила повторно заказать мальчишкам новые вещи. Вон пацаны как раз, да, в этих футболках. Да, вот это как раз. Я сейчас домой приедем, мы все распакуем, вам покажем, померим. Недавно я рассказывала и показывала вам распаковку одежды от бренда Lucky Child, который мы заказывали в мае еще. И нам очень понравилась эта одежда, и мы решили заказать еще раз. Я решила заказать еще побольше футболочек и шортиков, потому что деткам нужно много одежды. Так как качество нам тоже очень понравилось, оно нас не подвело, мы решили заказать много новых футболочек, да? Итак, смотрим, что мы заказали, мальчишки, да? Какая классика. Ты такую хочешь? Держи. Артемке желтенькую сейчас красиво оденешь. Я желтую хочу. А мамочка, а Артемочке голубенькую. Смотри, какая классная. Покажи, ну-ка. Покажи ребятам. Смотрите, крокодильчиком. Привет, синенькие. Да, вы все такие. А еще я вам купила. Они одинаковые, да? Какая красота. Ой, ребята, посмотрите, какие классные. Это моя. Красивенькие, цвета. Бывает, туда смотри. Все такие туда аккуратненько смотри, прошитые, да? Никаких ниточек, ничего не торчит. Ткань дышащая, легкая, для лета самое то. Вообще, особенно для деток, да, вот такие вот, такой классной ткани, как в прошлый мама, раз, давай, нам очень понравилось. Мама, давай, желтая будет вообще, ну синяя. Они рожи кушто. Они рожи будут, тоже футболочки, тоже нарядные, красивые. Вот такие, вот такая футболочка. Мирошка, смотри. Вот будет нарядный. Вот такие замечательные футболочки, да? Мироша, ты будешь ходить нарядный, красивый. Не мы. Да нравится вам? О, мама, я так рада, что хочешь заплакать. Ой, так вот, ребят, самое главное. От магазина Lucky Child по нашему промокоду «Чемодан». Снизу оставим ссылочку, переходите. При заказе от 1500 рублей вы получаете скидку 750 рублей. А еще я вам хотела сказать, что Lucky Child постоянно проходит акция. Они проводят творческий конкурс, который называется «Мы семья». В таких номинациях, как «Лучшая творческая работа», «Лучшее видео», «Лучшая статья». И ежемесячно голосованием определяется один победитель. Победитель получает 3000 баллов на покупку детской одежды и возможность выйти в суперфинал, где каждый из трех победителей получит по 10 тысяч рублей на любимое семейное хобби. Представляете, как интересно? Ссылочку на конкурс я тоже оставлю вам внизу под роликом. Так что заходите, участвуйте, выигрывайте, заказывайте. Классная одежда, доступные цены, хорошее качество. От «Семьи на чемоданах» рекомендация.
Ну а теперь давайте немножко прогуляемся, покажу вам немножко море. Море штормит, я уже слышу. Мы сейчас находимся на Круче. Это район ЖК Черноморский 1, ЖК Черноморский 2. Мы здесь как раз жили целых 2 месяца, выбирали этот район именно с той позиции, что вот, видите, вы вышли, и вот у вас уже открытое море. Если пойти дальше, ну, минут 5, там, 7 идти пешком, попадаете на такие пляжи. Если пойти вон туда вот вдоль, то попадаете, тоже идти примерно 7 минут, попадаете уже непосредственно на центральные пляжи. Вот там вон вдалеке Кабардинка, Новороссийск. Посмотрите, какой там цвет моря. Вообще безумный. Ну и, конечно, вот эти облака кучевые, они, ух, просто невероятно. Здесь есть смотровая площадка. Сейчас подойдем на нее, тоже посмотрим, какие там виды и как штормит море. Здесь, смотрите, центральный фонтанчик. Я люблю Геленджик. Стелла стоит, открывается вид на крест и на надпись Геленджик. Ну а, собственно, вот она, смотровая. Да, штормит, конечно, нереально. Кстати, мне кто-то говорил, что застройщик вот этого ЖК здесь обещали сделать спуск к морю, но в итоге так и не сделали. Получается, что сейчас он как бы есть, но он очень опасный. Можно подскользнуться и рухнуть с высоты. Поэтому, конечно, там спускаться на пляж не рекомендую. Лучше прогуляться до тех пляжей. Да, Настя сейчас правильно сказала. Я вчера, когда еще вышел из машины, сразу говорю, что вот запах в Геленджике не сравнится вообще ни с одним городом. Здесь вот эти сосны прям просто невероятную мощь дают в твои легкие. Обычно здесь эта парковка, она всегда была свободна, но сейчас сезон, и на самом деле мы вот вчера ехали и столкнулись с тем, что снять жилье вообще просто нереально. Квартиры, вот, например, в ЖК Черноморском, что-то поближе, вообще все занято. Мы вчера, представляете, потратили, ну, примерно 2 часа, может быть, даже больше, просто на поиски. Мы ехали и смотрели вообще все площадки, островки, суточные всякие, ру. Везде, короче, лазили, везде звонили, кучу-кучу звонков совершили. Ничего не было свободного. В итоге, когда я уже прозвонил всякие квартирки, апартаменты с кухнями, я просто начал звонить уже в отели, чтобы хоть что-то забронировать. И цены были от 3000 за сутки. Просто там койка и все. И на этом все, больше ничего-то и нету. А потом как-то Настенька что-то нашла, вот эту квартиру в объявлении. Мы позвонили, и у нее просто прям эти даты свободные. Ну, просто какое-то чудо случилось. Она, конечно, находится там на верхней улице, жилой комплекс. Но в целом уютная квартира. Сейчас, чуть позже, вам обязательно ее покажу. Ну, как я считаю, что нам повезло. В принципе, двор вы видели в начале видеоролика. Да, Родион? Да, спускаемся к пляжу. Людей, конечно, многовато. Сейчас посмотрим, как на пляж. Здесь, кстати, находится, пожалуй, лучший пляж. Метрополь или Метрополь, как он там правильно называется. Вот сейчас посмотрим, какая там атмосфера. Потрясающая бухта. Видите, как все красиво. Единственное, что, ну, понятное дело, море штормило, выкинуло кучу водорослей. Вода здесь грязная. И там катают серферы. Здесь лежачки. Собордики можно взять. Вот он, кстати, начинается как раз тот пляж, про который я говорил, Метрополь. Мы живем, получается, где-то вон в тех вот красных домиках. Ну вот он, пляж Метрополь. Да, людей много, причем люди купаются, но вода коричневая. Не, я на самом деле вообще не рекомендую купаться в такой воде, потому что может что-нибудь подцепить. Вообще, на самом деле, когда море не штормит, погода устаканится, здесь самая чистая вода. Сколько раз показывали, конечно, этот пляж рекомендуем. Ну, по народу там, сами смотрите, как вам уже удобно, принципиально, не принципиально. Ребятки, у нас есть наш авторский гайд по Большому Геленджику. Вы можете его приобрести, изучить и пропутешествовать по Геленджику с огромнейшим удовольствием. Мы прописали все маршруты, топовые локации, фото с локаций, где покушать, где припарковаться, куда проехать, какие-то развлечения с детьми, наши чисто советы, какие-то лайфхаки. Все там, в этой книжке. Как приобрести, есть ссылочка в описании. Щелкайте, переходите, приобретайте и путешествуйте. В этой части все больше и больше уже людей становится. Сейчас дойдем, вот пляж уже виднеется, у нас тут вот называется Сад морей. Сейчас покажу, там вообще просто огромнейшее количество отдыхающих. Ну, это, конечно, здорово вообще, молодцы, что едут. Просто я помню, как все тут жаловались местные, вот нам никто не поедет, тут
местные блогеры: ой, сезон под угрозой, там самолеты не летают, поезда не едут. Все нормально, людям надо на море, они берут и едут. Поэтому это все полная шляпа. Что говорили? Я всегда говорил, что сезону быть однозначно, люди по-любому поедут. Так, вот тут такой небольшой аппендикс. Вода, видали, какая коричневая? Я не знаю, с чем люди купаются, конечно, в такой воде. Но, наверное, им нравится. Настя, пойдешь купаться? Нет. Почему? Вот, цвет моря вот такой вот. Спасибо, нам вот хватило. Так, ну и вот, сейчас я вам покажу сверху этот пляж. Запоминайте, пляж называется «Сады морей». Просто. Да. Лежаки. Ну, не все, конечно, заняты, но большее количество заняты. Теневые вот эти сделаны красивые, коричневые. Массаж установили, сабордовали, больная площадка. Куча всего для отдыха. Ну и, конечно, здорово, что они сделали детскую зону. Вот они огородили ее. Молодцы. Ну, здорово. Ватрушки, бананы, короче, здесь все в полном, как говорится, в полном сервисе всех развлечений для вас. Так что приезжайте, отдыхайте. Ну, единственное, говорю, вот дальше там купаться, конечно, в центре лучше не купайтесь. Вот здесь еще можно, но дождите, когда будет водичка классненькая. Мы сегодня в этом выпуске не пойдем на центральные пляжи, но вы отсюда можете заметить, что они вообще битком, ребята. Вообще. Возможно, завтра погуляем там. Но это, конечно, угу-гу. Вернулись, значит, мы на район. Пошли сейчас, встретимся с девчонками, заберем у них вещи. Дальше будем думать и кумекать вообще, что с этими вещами делать. То ли нахрен выкинуть, то ли все-таки опять отправить в Москву. Вообще, на самом деле, уже задолбался их отправлять. Я даже уже сбился со счета, сколько отправок я уже сделал. Но, как говорится, это наш выбор. Не надо нам писать. Надо свое жилье иметь. Не нужно. Мы пока не хотим, ребята, как только захотим осесть, мы обязательно осядем, влезем на какую-нибудь ипотеку, там еще что-нибудь, либо накопим. Но пока мы хотим устраивать себе геморрой. Ну, вон они тоже пакуют свою машину уже. Че, вас все прогоняют? У девчонок, кстати, они в непростую пору начали вести тоже канал. Вот. Че, камеру в камеру будем снимать? Блин, вот жизнь блогеров, да? Привет. Привет, привет. Вот у девчонок есть такая штука. Вот нам тоже надо. Вот я думаю, у них это. Так, какие здесь, так, сейчас посмотрю. Ага. Так, ну в принципе так сдергивается, да, короче? Вот больше багажника на самом деле. Прикольно. Набрали водичку, здесь прям в комплексе аппараты стоят. Ну и теперь пойдемте, я вам сделаю обзор квартиры. Ну что, давайте начнем рум-тур. Значит, у нас сразу входная дверь. Скажу сразу, что квартира студия, но очень интересно зонирована. Сейчас я вам покажу и в конце скажу, что в итоге по цене. Заходишь так вот в прихожку, значит, в квартиру. У нас сразу стоит шкаф большой. Здесь гладилка, здесь сразу же у нас ванная комната, есть стиралка, раковина, шкафчики, значит, деление, где душевая должна быть, бойлер с горячей водой и, собственно, сам унитаз и бидешка, да, такая, душ. Вот, в принципе, все очень аккуратно, светленько. Дальше у нас прихожка, здесь мы уже постирались, сушилка тоже местная, есть небольшая вешалочка и вход, так называемый, на второй этаж. Сейчас до него дойдем. Здесь очень красиво сделана такая небольшая зона гостиной. Есть раз спальное место, два большое спальное место. Это окошечки. Вид я сейчас вам обязательно покажу. Далее здесь у нас стол, микроволновочка, еще подсветочка. Очень красиво смотрится все это дело в вечернее время. Здесь у нас кухня. Значит, ящички сверху, ящички снизу, есть холодильничек, часы, детям очень нравится, они за ними наблюдают, кондиционер, это все естественно. Так, стульчик это наш, здесь еще какая-то есть полочка, еще свет, интернет, понятно, и плазма. Собственно, вход на второй этаж, давайте пойдемте, я вам покажу. Там стоит просто одна большая кровать, вот, собственно, она. Вот так это выглядит. Есть еще
полочки, ну и, собственно, свет. Все, отсюда открывается вид на всю гостиную. Теперь давайте я вам покажу вид из нашего окна. Почувствую себя, называется, Карлсоном. Если просто смотреть в окно, то можно увидеть небо. А если, например, встать на диван, то у нас открывается прекрасный вид на море. Это у нас Толстый мыс, маяк. Это ЖК Черноморский, где мы прожили 2 месяца. Парковочка. Где-то тут стоит машина наша. Ее не видно, к сожалению. Вот такой вот вид. Я же уже рассказывал, насколько сложно было найти квартиру в Геленджике в сезон. Все забито до августа. Квартиры, которые свободные, там ценники, ну типа космос, 5, 6 и дальше вверх в гору. Конечно, этот вариант не подходит. Эту квартиру, ребят, я не знаю, какое-то чудо было, что именно на эти даты она была свободна и по цене всего лишь 2000 рублей в сутки. В сезон. Когда мы искали эту квартиру там на Авито, были ценники типа 1300-1500. Ты заходишь, смотришь, что это вне сезон такая цена. И дальше там уже написано, что вот, уточняйте цену. На июнь, как правило, это цены 3-3500. 2500 тоже есть, но они, как правило, все забито. Но в этот раз, как и в другие прошлые, нам повезло. Мы заселились и здесь вот на несколько дней остановились. Девчонки завтра уже уезжают в Москву на неопределенный срок. Когда увидимся, тоже не знаю. И решили поужинать вместе, куда-нибудь сходим. Сейчас двигаемся отсюда, получается, из нашего дома туда, в Черноморский. Вот, и там уже определимся с кофешечкой. Да, аквапарк. Кстати, сегодня тоже проезжал этот, как он, Золотая бухта он называется, большой аквапарк. Мало там народу, он работает, людей очень мало прям. Какие тучи снова впереди, надеюсь, получится покушать. Ну, в принципе, мы будем в помещении где-нибудь. Посмотрим. Ну, тогда дожди зарядили жестко, там в Сочи что творится, тоже трындец, реки с берегов выходят. Приехали мы на набережную, вот, в поисках какого-нибудь адекватного заведения, потому что девчонки-то мажорки, у них денег до хрена. Предлагают нам пойти в какое-то заведение, где салаты стоят по 600 рублей. Я говорю, ну вы за нас заплатите. Они говорят, не, ну у вас много, мы не будем. Я говорю, пойдем в столовку похаваем. Они говорят, не хотим. В общем, пойдем искать альтернативу. Ценники бешеные. Вот, поэтому сейчас что-нибудь придумаем. Здесь на набережной есть вот такое заведение, Санрмо. Ну, собственно, пойдем и в Санрмо. О, какой туман, вообще, смотрите, все, сейчас центра уже видно не будет. Бежим отсюда, сейчас накроет. Погодка, ух, ладно. Тыц. Тыц, залетаем. Ну, вон здесь даже аквариум есть, можно удочку кинуть. Самые шумные посетители пришли. Родик, не лезь сюда. Ну, сюда давай. Вот сюда. А мы сейчас сдвинем 5 столов. Традиционная рубрика. Ценники. Смотрите. А как ты его сделал, Артём? На паузу. Артём, а как ты его сделал? Ну, покажи мне. Короче, мы сидим. Мы заказали еду. Настя травит истории. У нас все под диваном, все. Они вообще молча вытерлись, нас ничего не высчитали. Мы забрали пиццу, короче, мы все оставили. Мы в 19 году в Абхазии разбивали, ушли, заехали. Мы короче, идем, он ноет, доходим, у него живот проходит, просто мороженое. Приходим на парковку, у меня ничего нету, прикинь, подружка, мы как вы не пьете? Я вот всем принесли блюдо как блюдо. А славяну хлеб. Так, нам принесли еду. Том-ям. Хлеб. Помидоры. Все, будем кушать. Ну и традиционно, смотрите, насколько мы поели. Вот 4000, ну мне кажется, недорого на нас, на такую огромную толпу. Девчонки просто едят вообще все много. Вот я не знаю, почему они так много едят. Чего вы так много все едите? Посмотрите, как прекрасно светится Геленджик. Даже верхушка видна, крест. Тучи ушли, туман ушел, на улице тепло-тепло. Мы только выходим, представляете? Вот такое у нас прощальное сегодня было свидание, прощальный ужин. Но обязательно увидимся, как говорится. Красота.